Предлагаем вашему вниманию иконы из коллекции православных икон «Золотой век» в дорогой подарочной упаковке. Имитация сусального золота. Особенностью этой иконы является то, что она изготовлена методом ультрафиолетовой печати на дорогом японском оборудовании текстурными красками. Обратите внимание, краски имеют текстуру, как будто икона нарисована кистью. Какие особенности ультрафиолетовой печати? Икона хороша тем, что она долговечна. Краски атмосферостойкие, не выгорают, не выцветают. Это икона на всю жизнь. Это икона для преемственности поколений. Икона изготовлена из дерева. То есть основание дерева, поверх дерева наносится слой металла из латуни. Дальше ультрафиолетовая печать и поталь. Таким образом, икона приобретает текстуру и вид сусального золота.